Спасибо большое. Ну, очень надеюсь, что мы прекратим практику вот установки этих железных заборчиков вдоль дорог. Я думаю, что найдено уже техническое решение, законное решение. Мы должны уйти от их использования. Это, никакой там безопасности в этой части не вижу. Они действительно не вписались в городскую у нас среду, и здесь необходимо потихоньку, я думаю, что продумывать механизмы в части, ну, не то что их замены, а хотя бы как-то их использовать там, в виде как зеленого, может быть, каркаса там, с высадкой там, дополнительных зеленых насаждений и так далее. Понятно, что они уже стоят на балансе, их тяжело сегодня будет списать, но тем не менее, новых, я рассчитываю, не должно у нас уже больше появляться, но надо другие технические решения, которые бы создавали безопасность дорожного движения, как для автомобильных, так и для, соответственно, жителей города, которые перемещаются в пешем порядке.